Это программа «Особое мнение». Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. Меня зовут Оксана Пашина. В нашей студии журналист Николай Сванидзе. Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. И давайте начнем с теракта в Ницце, потому что других вариантов, похоже, нет. Журналисты подсчитали, что за последние полтора года 10 террористических актов в общей сложности во Франции произошло. Почему Франция так часто становится мишенью? Ну, прежде всего, соболезнования. Страшная трагедия. Несколько десятков погибших. Знаете, каждый раз, когда где-то происходит, сразу начинается разговор о том, что именно эта страна. У нас, что ли, мало было? Поэтому я бы особо, к сожалению, не зарекался, не дай бог, конечно. Но почему Франция действительно не в последнюю очередь, скажем так, становится целью террористов? Вообще, мировой терроризм – это передовой отряд мирового тоталитаризма. На самом деле. Были же, мы знаем, и государства террористические. Ну, скажем, гитлеровская Германия была террористическое государство. Советский Союз поддерживал террористов по всему миру. А реально. Это так. Это в данном случае не важно. Террористы под каким флагом? Радикального ислама, так называемого коммунизма, фашизма. В любом случае, терроризм — это тоталитарная реакция на раздражитель. А самый главный раздражитель для тоталитаризма – это демократия. Тоталитаризм, в том числе и религиозный, он реагирует на демократию, как старая, страшная, злая бабка реагирует на красивую молодую женщину в короткой юбке. Вот реакция примерно такая. Уничтожить. Же. Уничтожить. Немедленно. И уничтожают. Потому что у демократии есть масса плюсов по сравнению с недемократией. Она гораздо успешнее, поэтому и такая реакция, кстати. Реакция такая, потому что демократия успешна, она исторически успешна. Демократический цивилизационный проект, он успешен. Он доказал свою эффективность в мире. И это, конечно, вызывает раздражение. И они не такие, как мы. Они другие, они ходят не так, они разговаривают не так, они ведут себя не так, они молятся не так. Все не так. Уничтожить. Но демократия в силу своих особенностей институциональных, она не приспособлена к тотальной мобилизации. Поэтому, скажем, очень часто в войнах в истории, там, скажем, демократии проигрывали более успешным в плане мобилизации режимом. Там, скажем, Афины проиграли Спарте, знаменитую Пелопоннесскую войну. Сейчас ситуация другая. Потому что поскольку демократические режимы успешны, в том числе и экономически, то с ними и воевать не рекомендуется. Когда демократический режим, такой как Соединенные Штаты Америки, там, скажем, раскручивает, как это было во время Второй мировой войны, когда значительно более милитаризованная и мощная Япония напала на Штаты, и Штаты раскрутили свою экономику, они, в конце концов, открутили голову милитаристской Японии. И что, в конечном счете, Япония пошла на пользу, кстати. Они пошли совершенно по другому пути развития, по демократическому. Вот. Но так или иначе, в плане вот такой стремительной реакции на террор, режимы более тоталитарные, они, конечно, может быть, и выглядят как более безопасные. Хотя и привлекают меньше атаки, потому что я повторяю, что на демократии террористы слетаются, как мухи на мед. Просто раздолбить немедленно. Франция – это страна в центре Европы, страна с очень мощными демократическими корнями. И плюс к этому, конечно, страна, в которой очень много мигрантов. Мигрантов из арабских, исламских стран. Ну, в Германии тоже много. Там другая миграция этническая. Угу. Там все-таки больше турок. Это другое. Угу. В Англии больше пакистанцев. Это тоже другое. Тоже опасности есть и достается и тем, и другим. Но во Франции, достается больше. Ну и плюс к этому, видимо, какие-то особенности Французской Республики, которые какие-то недоработки в плане борьбы за собственную безопасность, потому что там, скажем, в тех же Штатах, ну там, они жестче, конечно, там находятся какие-то отморозки, но после гибели башен-близнецов там столь серьезных терактов, слава богу, не было.
Вот. Во Франции, они случаются. Но вот я повторяю, корень, конечно, тот, что демократические страны, они вызывают на себя огонь террористических организаций, конечно, любых. Наш слушатель Павел пишет, он считает, что причина – это разность менталитетов французов и исламистов. У исламистов культ смерти, пишет Павел, у французов жизнелюбие, гедонизм. У исламистов отдельный человек – никто, у французов – индивидуалисты. Нет там никакого особого гедонизма у французов, это преувеличение. Мы привыкли о французах судить по трем мушкетерам. Они уже не таковы. Да, у них такой же точно гедонизм, как и в любой нормальной стране. Вот, это, по-видимому, наш уважаемый слушатель имеет в виду примерно то же самое, что и я говорю. Вот, и, да, разность менталитетов, да, несомненно, но это не только с французами. А реакции на теракт, в частности, наш президент выразил соболезнования и сказал, что Россия знает, что такое терроризм, мы хотим вам помочь, но вы не хотите к нам обращаться. Есть ли какие-то шансы, что будет взаимодействие теперь? Ну, абсолютно справедливое выражение соболезнования. Вот. А что касается того, не хотим, никто не хочет куда обращаться, а мы что, к кому-то обращаемся, когда у нас что-то происходит? Мы что, сразу обращаемся к Франции, что ли? И говорим, французы, помогите. Я так понимаю, что наша страна позиционируется как страна, которая знает, что делать, и хочет, главное, всем помочь, но никто не хочет нашей помощи от чего-то. Мне кажется, что любая страна позиционируется как страна, которая знает, что делать. Никто сразу не говорит, вы знаете, ребят, прибегайте на помощь, мы нифига не понимаем, что нам делать. Я таких стран не знаю. Еще о реакции, и достаточно неприятной. Я, честно говоря, не помню, как зовут эту девушку. Журналисты называют ее якобы дочерью топ-менеджера Лукойла, бывшей женой миллиардера, не помню, какая фамилия, которая жаловалась, что из-за теракта отменили салют. Они катались на яхте, тут все это произошло. Обидно, салюта не было, праздником испортили. Это вот какая-то новая генерация российских человекообразных существ или что? Почему? Это просто честность? Ей плевать, она честно говорит, умри ты сегодня, а я завтра, а сегодня я посмотрю салют. Я думаю, не нужно это возводить в какую-то философию. Нет тут никакой философии. Это просто то, что называется нравственным идиотизмом. Если бы это был единичный случай, но... Это не нравственный идиотизм. Футболисты, нравственный идиотизм, выпускники ФСБ на Гелендвагенах. Это все вот, но они едут. Это немножко разные вещи. Все-таки немножко разные вещи. Прогулки на Гелендвагенах и даже футболисты – это одно, которые, впрочем, на свои деньги гуляли. Вот о футболистах особый разговор. Ну, так и она на своей яхте. Нет, но нет, я повторяю, это называется нравственный идиотизм. Он, как правило, не носит единичного характера. Ей просто все пофигу, этой барышне, по всей видимости. Я думаю, если это сообщение соответствует действительности, если она была в курсе, потому что потом она будет говорить, что она была не в курсе там, и так далее. Но если действительно человек был в курсе, что погибла там куча народу, и по этому поводу расстраивалось, что отменили салют, это, вот я сказал, каким словосочетанием это определяется. То есть, это единичная реакция? Нет, значит, единичная. Не совсем таких, нравственного человека? Таких людей или очень это много. Просто поколенческое? Таких, ну, нет, ну, нельзя сказать, что все поколение нравственные идиоты. Это должно быть совпадение. Я думаю, что в любом поколении такие находятся. Это вопрос не возраста, вопрос не поколения. И в старших поколениях тоже находятся такие же. Мы про старшее поколение тоже обязательно поговорим. Сейчас о детях, о родителях попозже. Это программа «Особое мнение». Журналист Николай Сванидзе в нашей студии. Мы обязательно вернемся. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем. В нашей студии журналист Николай Сванидзе. Раз уж мы упомянули тот самый пробег на Гелендвагенах, вчера были сделаны выводы, наказаны преподаватели, учащиеся, которые участвовали в этом пробеге, куда-то там отправятся на службу, куда Макар телят не гонял вместо хороших мест. Интересно вот что. Кто там должен был разбираться, не знаю, там, прокуратура, Следственный комитет. Они все молчали, пока ФСБ не разобралось само внутри себя. И достаточно жестко. Почему спецслужбы решили наказать? Собственно, ну что они сделали? Ну, отпраздновали. Футболисты пили шампанское на свои, эти сели на свои Гелендвагены, проехали по Москве. Наказали. Футболистов жалко. Их отправили там в дубль. Да, да. Как будто кто-то вместо, а этих вместо отправили... них, как будто вместо Кокорина сейчас Криштиану Роналду у нас придет, да. за сборную игры. Угу. Такие все есть постарше, помоложе. Все играют плохо, все получают много. За всеми стоит государственное финансирование, которое выводит их фактически из международной конкуренции
и отучивает от борьбы на поле, отучивает от тренировок. Месси впахивает, а эти бамбук курят. Вот, собственно, проблема-то. Они в том, что они там в Монте-Карло шампанское выпили, к тому же, по-моему, их угощали этим шампанским. К тому же они, по-моему, не пили. А может, и не пили даже. Но попали под горячую руку разочарования, связанного с европейским турниром, и вот. А курсанты ФСБ подошли. ФСБ это структура, которая не любит демонстрации. Mm. Нужно, как деньги, вот любят тишину. Вот так же ФСБ тоже любит тишину. То есть делай, что хочешь, это но роднит, чтобы об этом никто не знал. Это роднит ФСБ с деньгами, да. Значит, в принципе, да. Они привыкли, эти ребята, видимо, наслушавшись, насмотревшись, научившись, понюхав просто запаха, вот откуда ветер дует, какая атмосфера в стране. Они усвоили, что служба безопасности, КГБ, ФСБ, неважно, как называется, это новое дворянство. Значит, они себя ведут, соответственно, как там молодые аристократы из «Войны и мира», да, там шампанское, жандарма к медведю привязать там и так далее. Кутнуть, в общем. Ребята покутили. Им сказали, ребят, кутить можно, все можно. Вы, да, новое дворянство, но только вести себя нужно аккуратно. Вот и все. Странно, почему нужно вести себя аккуратно, хотя это на чью реакцию рассчитывать? Народу, мне кажется, уже все равно. Народ уже ничему не народу удивляется. Абсолютно все равно. Власти не все равно. Ну, я думаю, что довели до сведения государственного руководства. Государственное руководство, видимо, подняло бровь или поморщилось. Ну, эту поднятую бровь спустили на несколько уровней ниже, и она имела свои последствия. В интернете появился новый мем. Раньше была, значит, собака Павлова, теперь собаки Шувалова. Но это вот история с поездками собак. Корги на выставку. Собаки принадлежат жене Шувалова. Перелеты в общей сложности, как подсчитал Навальный и фонд борьбы с коррупцией, стоили 40 миллионов там, по-моему. Мне кажется, что вообще никто не удивлен. Знаете, я бы здесь тоже был аккуратен. Это, конечно, все плохое впечатление очень производит. Самолеты, собаки, корги. Но все воспринимают это как должное. Во-первых, у нас народ вообще воспринимает как должное, когда у начальства много денег. У бизнесмена не должно быть много денег, по мнению народа. Все варьё – это бизнес. Какая-то перевернутая логика. Абсолютно. Бизнесмен, который зарабатывает деньги. Платит налоги с них. Да, тем не менее, он не имеет, потому что он чужой. Он социально чуждый. Угу. Как в лагерях сталинских. Уголовники были социально близкие. А политические – социально чуждые. Враждебные социально. Вот. Вот тут тоже бизнес воспринимается как социально враждебный элемент. Чиновники, бюрократия, которые там берут взятки, потому что иначе бы бюрократия не была бы столь популярным занятием. Вот уже давно управленческие все факультеты, управленческие институты, где учат на чиновников. И в этом слове чиновник, так же как в слове бюрократ, нет ничего плохого или хорошего. Угу. Это термин. Они пользуются повышенной популярностью. Как там в начале 90-х, там, скажем, бизнесмены, проститутки. И журналисты, кстати. Да, ну, журналисты. Был огромный конкурс, журналисты. Да? Вот считалось, что это все очень перспективные профессии. Вот последние годы считают, что самые перспективные профессии, ну, ФСБ фиг попадешь, это наследственно. Там, если у тебя папа, то и сам тоже. Иначе, извини, кто тебя возьмет. Значит, а вот какие-то управленческие туда идут. Туда идут, потому что это же замечательно. Бизнес – это ты должен рисковать, ты должен вкладываться, должен получать по башке. Угу. У тебя проверки, у тебя рейдерские захваты. Такой геморрой, господи. Ну, кому охота? Еще нужно талант иметь. А если ты сидишь в кабинете, положив ноги на стол в крокодиловых ботинках, угу. Значит, тебе приносят тот самый бизнесмен. Тебе приносит, кладет и еще спасибо говорит. И ты только открываешь ящик письменного стола, и туда... Или он тебе еще лучше, потому что это я образ уже не современный, никто уже налом, я думаю... Не носит. Не носит, а переводит там куда-то. Да? То есть, замечательно просто. Вот к чему я все это говорю? Я это говорю к тому, что если у Шувалова это все законно, тогда в моральном плане это производит там не очень хорошее впечатление, но претензий никаких.
на личном самолете хочешь собак, хочешь верблюдов. Кого хочешь, вози. Значит, но есть же куча у нас народу, у которых это все незаконно. И на них мы не обращаем внимания. Про них никто не знает, что у них делается в офшорах. Какие там у них музыкальные инструменты, куда и по каким ценам идут. Это все тайна мадридского двора. Это все за семью печатями тайна. Выплывают в основном, к сожалению, у нас как раз на поверхности оказываются люди, у которых это законно. Люди, у которых это незаконно. Как у них это получается законно, хотя по закону они работают за свою зарплату. Нет, нет, это сейчас. Но они не имеют права это там, сейчас. Заниматься нет, бизнесом. Нет, я не знаю, я, к великому сожалению, не имею никакого отношения к бизнесу господина Шувалова. Да и не только у него, у всех все законно. Поэтому ничего. У всех есть управляющие, которые в своих интересах что-то там покупают, продают. Я бы хотел быть продают. Собачкой Корги и летать в этом самолете. Все хотели бы. Летать в самолете Бомбардье. Угу. Вот, как я понимаю, там это неплохо очень. Вот, но не берут. Вот, у меня хвоста нет. Хотя собачки Корги мне очень нравятся. Но поэтому я не в курсе, там, что законно, незаконно именно у господина Шувалова. Но тогда нужно доказывать, что незаконно. Но он же, насколько мне известно, бизнесом занимался перед тем, как пришел на государственную службу. Угу. Поэтому, если у него это все бумагами покрывается, ну и вопросов нет. А повторяю, есть куча народов, у которых это ничем не покрывается, но мы про них ничего и не знаем. Потому что это, к сожалению, общая характеристика режима. Наш режим, режим это не ругательное слово. Может быть, демократический режим, может быть, какой-то еще режим. Вот наш режим, он склеивается как слюной. Он склеивается коррупцией. Коррупция – это его необходимое. Вот как знаете, вот как в хижинах, там, скажем, хижины Масаи. Вот есть такое замечательное племя там в Центральной Африке. Вот у них хижины, а они склеиваются коровьим дерьмом. Вот, очень эффективное, между прочим, такой строительный инструмент. Вот у нас все склеивается коррупцией. Это составная часть нашей жизни, без которой, наверное, жизнь бы наша рухнула. Поэтому удивляться тому, что находятся какие-то крупные чиновники, о которых становится известно, что у них есть очень большие деньги. Ну, чему же здесь удивляться? Пол Лондона закуплено российскими чиновниками. Ну, что, это кого-то удивляет? То есть, про моральную сторону этой истории лучше вообще не говорить. Если все это законно, имеет право, пусть собаки летают на самолетах, плавают там кто-то, красивые девушки на яхтах, неважно, что пенсионеры вообще никуда не ездят и умирают в своих деревнях, потому что не могут доехать до ближайшего города в больницу. Про моральную сторону нужно говорить обязательно, просто это другая сторона. Есть закон, есть сторона, связанная с законом и правом. Есть справедливость. А есть сторона, связанная с справедливостью. Просто я говорю к тому, что если нам говорить о морали, то этот разговор будет очень долгим. Меня удивляет реакция народа. То есть народу совершенно наплевать, что там происходит, что они там делают, Оксана, как они там живут. Оксана, либералы все равно хуже. Нет даже классовой ненависти. Либералы, вот, я говорю, к начальству не может быть классовой ненависти. Ах, вот так. Не может быть, потому что оно начальство, ему можно. Ему можно. У Николая Васильевича Гоголя, а также у Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, это все описано в лучшем виде. С тех пор ничего не изменилось. Мы продолжим нашу программу после небольшого перерыва в студии журналиста Николая Сванидзе. 7-2-5-5-5-5-5. Проектная декларация на сайте winehouse-gals.ru. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495. «Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Это программа «Особое мнение». Журналист Николай Сванидзе в нашей студии. Спрашивают наши слушатели, зачем Навальный и ФБК делают все это? Кто им разрешает? Кто стоит за Навальным? Кто стоит за Навальным, это замечательно. Вот это мне напоминает сталинский знаменитый вопрос, когда был вечер Анны Андреевны Ахматовой, и народ встал, когда вышла на сцену Ахматова, встал, и были рукоплескания. И Сталин потом спрашивал, кто организовал вставание? Я думаю, что
С Навальным, конечно, стоят все международные спецслужбы русофобские, а больше никого. Угу. ЦРУ, Моссад, кто там, МИ-6, никто за ним не стоит, за Навальным. Никто за ним не стоит. Вот почему-то вопрос, если кто-то что-то пытается распутать то, что происходит в нашей стране, то за этим обязательно стоят враги России. А может, за этим стоят друзья России? Или нам нравится, что у нас вот есть какие-то темные, заросшие паутины углы, которые кто-то пытается пролить на них свет. А спонсоры проливания света за границей? Да. Нам хорошо. Не трогайте нашу паутину, не трогайте нашу грязь, не трогайте наших крыс. Не трогайте. Пусть живут. А тот, кто пытается тронуть, это враги России. Раз уже мы о конспирологии заговорили, спрашивают слушатели, кто стоит за Никитой Белых. Он все еще губернатор, и уже остается считанные дни, если принимать решение о его отставке там, до 18 числа, потому что выборы потом общефедеральные. И если этого не сделать, так он останется официально на долгое время губернатором. Почему президент не принимает решение о отставке? Вот вы уже в своем вопросе вы фактически начали отвечать. Угу. С Белых легче. За ним стоит президент, я думаю. Потому что без президента его снять с должности нельзя, губернатора. А, судя по всему, вся эта операция по задержанию и аресту, и помещению в тюрьму Никиты Белых, она, у меня такое ощущение, хотя это странно, но это, по-видимому, не было согласовано с Путиным. Потому что если бы это согласовано, это бы сейчас шло в другом темпоритме. И уже на Никиту Белых было бы уже сброшено столько дерьма, что уже было бы не разгрести. Все бы уже знали, что он и грабитель, и вор, и насильник малолетних. И все бы уже это про него было... Было бы уже наконец известно. Но поскольку о нем вот этого всего не говорится, информация негативная очень скупая, я делаю из этого вывод, что с президентом это согласовано не было, и президент, по всей видимости, еще не принял решение. У нас, с одной стороны, правоохранительная машина, которая не дает заднего хода. Если уже человека сцапали, челюсти сжались, они уже не разжимаются, как у нас нет оправдательных приговоров фактически. Но, тем не менее, президент есть президент. Поэтому сейчас я думаю, что с Никитой Белых еще не решено. Президент думает. Хорошо, еще про одну замечательную историческую личность, которая, как считают некоторые, стала жертвой фальсификации иностранцев, которые его оклеветали, наговорили гадости. Кого еще? Про Ивана Грозного, которому памятник хотят поставить в Орле на улице Ленина. Как вам такая история? Это же первый, по-моему, единственный памятник. Нет памятников будет. Ивану Грозному, да. Ну, на улице Ленина нормально, значит, это нам привычно, угу. Да. Там дело не в этом. Самое лучшее на улице Ленина. Да, там дело не в этом. Там его еще хотят поставить памятник Ивану Грозному у входа в детский театр. Вот я читал. Вот это замечательно. Ну, конечно, все, что связано с Иваном Грозным, сфальсифицировано. Вся наша история сфальсифицирована иностранцами. Вообще все, что мы видим, сфальсифицировано иностранцами. Не верьте глазам своим. А внутри земного шара имеется, как известно, другой шар, внутренний, который гораздо больше внешнего. У меня на одном курсе с моими родителями на ИСТФАКе МГУ в свое время учился замечательный, ставший знаменитым потом историк, исторический публицист Натан Эдельман. И у него была, мне родители рассказывали, в университете такая шутка. Детский сад имени Малюты Скуратова. Вот памятник Ивану Грозному у входа в детский театр – это абсолютная вот кавку сделать былью. Это реализация этой шутки Натана Эдельмана. Там просто не один он будет, царь Иван Грозный. Их там с Малютой Скуратовым? Там их будет трое. Непонятно, кто там с ним еще. Еще какие-то двое сзади. Я не могу рассмотреть, кто Малюта Скуратов, я думаю, должен быть. За веру царя Отечества. Фигура явно сфальсифицирована иностранцами. На самом деле он был очень добрый, душевный и мягкий человек. Вот вера царя Отечества как-то немножечко пугающе звучит. Вот возвращается этот девиз. Вера царя Отечества, да, в отношении человека, который приказал задушить собственного митрополита, как известно, Колычева, в местах заключения. Это как раз это тот самый персонаж, я Ивана Васильевича Грозного имею в виду, тот самый персонаж, который за веру, конечно, во всяком случае. За царя, да, потому что он сам был царь. То есть это нормально, это все вписывается вот в этот абсурд нашей сегодняшней жизни? Абсолютно. Мы будем с нетерпением ждать памятника, его открытия.
Про веру царя Отечества тоже спрашивают наши слушатели. Вернее, спрашивают про предстоящие выборы. Да, нашим гражданам не интересно, что там у нас происходит во власти, потому что, ну, если бы вот эти истории с собаками Шувалова как-то там что-то произошло в какой-то средней западной стране, конечно, там было бы расследование, там были бы, может быть, даже новые выборы, но это я так уже фантазирую. У нас тишина. Не интересно нашим гражданам похожие предстоящие выборы в Госдуму. Это скорее плюс для власти или скорее минус? Для власти это, конечно, плюс. Фактически это то, чего власть добивается. Чем меньше интереса, чем, во-первых, чем меньше интереса, тем это в большей степени свидетельствует о политической пассивности граждан. А это выгодно власти. А во-вторых, когда чем меньше людей приходит на выборы, тем легче добиться определенных результатов. Угу. Поэтому я думаю, что все идет как надо. А если совсем мало будет на выборах, вот даже в Абхазии, там сколько у них, меньше процента пришло на референдум, они сказали, ну, референдум не состоялся. Ну, Абхазия все-таки пока что еще не является субъектом Российской Федерации. Де юре, во всяком случае. Угу. Вот. У нас есть всегда возможность. Наберем. Я даже не думаю, что при всем огромном моем к ней уважении Александр Памфилов сможет с этим что-то сделать. Следующая дума будет ничем не лучше настоящей, спрашивает Виталий. Она будет ровно такая, какую ее захочет видеть Кремль. Поскольку, я думаю, настоящая Кремль устраивает, я думаю, будущее будет плюс-минус такая же. Плюс-минус такая же, судя по всему, я думаю. Достаточно новые, как мне кажется, такие технологии, которые применил Парнас, как вы оцениваете. Я имею в виду, что это такая у них получилась витрина супермаркета. Ты либерал, получая Зубова, ты немножечко националист, получая Мальцева. То есть ты можешь прийти и выбрать того, кто тебе нравится. Такая пиар-стратегия новая. Как вы считаете, она перспективна, она правильная? Вы знаете, ну о каких перспективах можно говорить? Я не буду обсуждать конкретных персонажей, хотя у меня, конечно, принципы, к Зубову и к Мальцеву у меня радикально разное отношение. Вот. Но в данном случае это настолько неважно. Это вот старое-старое знаменитое высказывание Мариэтта Шагинян, которая встретила своего приятеля на улице. Он ей стал что-то говорить. Она говорит, то, что вы мне говорите, не имеет никакого значения, потому что я забыла дома свой слуховой аппарат. Вот Паперного, по-моему. И здесь в данном случае то же самое. Можно сколько угодно обсуждать стратегию Парнаса, не имеет никакого значения, не пройдут в Думу. А яблоко? Яблоко, я думаю, какой-то шанс есть. Хотя пройдут те, кого пройдет Кремль. Опять-таки, повторяю, если будет какая-то система договоренности с Яблоком, пройдут. Я думаю, что с Парнасом никакой системы договоренности точно не будет. Если все это настолько четко и настолько прозрачно, может быть, вообще не тратить государственные деньги, отменить эти выборы? Ну как же? И люди, мне кажется, не возмутятся. Ну как же? Нет, люди-то точно не возмутятся. Вздохнут с облегчением. Но есть определенная система таких витрин, да? Mm-hmm. Даже при Сталине была конституция, и, кстати, очень неплохая. Ну и у нас неплохая конституция. И у нас конституция очень хорошая. Другой вопрос, что ее никто не выполняет. Вот, а конституция замечательная. И у нас же все институты есть, которые этой конституцией определены. У нас есть ведь и парламент, у нас есть ведь и суд, у нас есть ведь и пресса, у нас есть ведь и выборы. Все это у нас есть. Но вот есть в том виде, в каком они есть. Поэтому отменять никто не будет. Это все будет существовать. Но существовать вот в таком виде, в каком существует. Жизнь нам проще никто не сделает. Нет, проще не сделает. А никто не обещал. Остается еще немного времени, чтобы про законы поговорить. Все еще волнует нашу аудиторию вот этот пакет Ярово и Озерова. Пишут, президент дал поручение, значит, выяснить у провайдеров и операторов мобильной связи, что там теперь с деньгами, как там вообще, что. То есть президент подписал закон, ничего не понимая в принципах работы интернета и мобильной связи, это же профнепригодность, считает. Ну, во-первых, насчет того, что нашу аудиторию волнует вопросы, связанные с законом Яровой, я думаю, что вы оптимист, Оксана. Ну, может быть, аудиторию «Эхо Москвы» это и волнует. Те, кто пользуется интернетом и мобильной связью, наверное, волнует. А большую часть нашей гражданской аудитории, так сказать, это все совершенно не волнует. А президента по этому поводу давал ответ мой коллега и руководитель Совета по правам человека при президенте Михаил Александрович Федотов, который сказал, что у президента есть такая привычка. Он подписывает законопроект, даже если к нему есть вопросы, подразумевая при этом, что в процессе своего исполнения правки будут в него внесены.
То есть это такой эксперимент? Да, он подписывает, а там дальше посмотрим. Посмотрим. Да. Что должно произойти, по вашему мнению, чтобы наш народ, который ничего не знает, ему ничего не нужно, ни на что не реагирует, его ничем же невозможно удивить, как-то немножко проснулся? Я еще не знаю, что вы называете, что вы понимаете под словом «проснулся». Начал как-то реагировать на окружающую жизнь, кроме как... Ну да. Наш народ еще может так проснуться, что, не дай бог, лучше бы спал. Поэтому здесь я лучше не буду давать рекомендации. Если в хорошем смысле, я не знаю, какую-то проявить активность, пусть даже не политическую, хотя бы к собственной жизни. Если в хорошем смысле, должно пройти некоторое время. Сейчас ничего не может такого случиться, чтобы народ в хорошем смысле проснулся. В плохом может, если продолжит рушиться экономика, если будут в таких же, такими же темпами обрезаться социальные обязательства государства, тогда народ в плохом смысле может проснуться. А в хорошем смысле, чтобы проснулись его какие-то гражданские инстинкты, чтобы он понял свою гражданскую ответственность, чтобы он ходил на выборы и зряче голосовал, в обозримом будущем этого не предвидится. Чтобы он вышел из тени, что нужно сделать? Президент тут же поручил вывести из тени тех, кто работает в гаражах. Но президент и сразу все вздрогнули. И все вышли из гаражей немедленно. Президент поручил еще, наконец, покончить с коррупцией. Вот я думаю, что это будет иметь примерно такой же успех. То есть тем, кто в гаражах... Наконец, у нас, я думаю, что будет создан еще один совет при президенте по борьбе с коррупцией. Вот. Еще один какой-нибудь хороший закон. Да, и на этом коррупция настанет кирдык. Буквально считанные секунды остаются. Единственную нашу спортсменку, насколько я понимаю, допустили до Олимпиады, спрашивают... Легкоатлетку. Легкоатлетку, да. Нужно ли ее поддерживать или она должна отказаться? Нет, ну ее надо травить, конечно, Дарью Клишину. Ее надо травить к чертовой бабушке. Раз она не пользуется никакими запрещенными препаратами, и это установлено, ее допустили до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, конечно, ее надо затравить. Это понятно. Но как честный человек, она должна сама отказаться. Она совершенно изменится родиной. Это же у нее на лбу написано. Потому что все неизменники, они пользуются запрещенными препаратами, их не допускают до Олимпиады. Это было особое мнение журналиста Николая Сванидзе. Всего вам доброго. До свидания.